Доброе утро, друзья! Ну и, конечно, приятного аппетита! Поговорим о вкусном! Скажу вам, чем я сегодня питаюсь. Питаюсь я пепси-колой и, конечно, вот таким блюдом, которое называется Adobo Rice. Оно стоит у нас 65 песо, это блюдо. Здесь, как видите, собрано все, что мне может пригодиться и будет приятно для того, чтобы я сегодня кушал. Я что-то не пойму, зачем мне сегодня дали... ложку, все понятно. Мне дали ложку, при этом еще, если я мог взять еще ложку, понятно. Так, ну ладно. Ребят, показываю то, что здесь у нас есть рис. Рис вот этот глубоко-глубоко. Здесь его много. Сразу говорю, он не просто рис, там еще и соус. Он прям так пропитался хорошо. Здесь у нас есть кусочек яйца. Ну и вот, как вы видите, небольшой кусочек помидора. Вот, в принципе, это как бы адобо. Ну, если так вот говорить про филиппинские рецепты, то адобо на самом деле имеет еще и картошку. В любом случае, в любом раскладе, здесь основное это мясо. Здесь, конечно, некоторым не нравится, что такие кусочки жира, да, вот они присутствуют. Но почему-то мне это вполне устраивает, я это могу кушать. У меня как бы претензий к этому нет. Вот. Что еще, ребят? В целом, как бы подача очень приятная, потому что находится все это в такой удобной тарелочке. Тарелочку, которую... И вы знаете вот этот уже бренд. Вы его видели, да, вы его видели. Он у нас и на пляже, и где хотите, в принципе. Я думаю, что это стоит, наверное, еще дешевле, если вы заказываете это где-нибудь в Маниле, например, или где-нибудь в других регионах, провинции и так далее. Ну, в общем, кушать мы сегодня будем это. Вот, я думаю, что это приятно, вкусно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Я, знаете, не такой любитель риса, но рис вот с этим соусом очень даже вкусно. Поэтому, как вариант, действительно, рис кушать в таком виде вкуснее. Он напоминает, знаете, такой домашний рис, который мы кушали еще и в России многие годы, как мы готовили. Ну, не знаю, такой домашний. Потому что филиппинцы очень многие любят рис просто, без ничего. А здесь молодцы, продумано все. Здесь вот и прям соус, все есть. В общем, как-то так, друзья. Всем приятного аппетита. Наслаждайтесь филиппинской едой. Поверьте, многое филиппинская еда достаточно вкусная. Просто нужно знать, где ее покупать. Нужно правильно выбирать. И уж поверьте, можно покупать достаточно недорого. На сегодня все. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. А мне приятного аппетита. Пока-пока.